Америка ведет себя, борзея откровенно. И до сих пор не знаю, как ей все сходило с рук. Уничтожая друг за другом всех попеременно, на Русь святую посягнуть решилась как-то вдруг. С соседями поссорила, с Тбилиси, с Украиной, зажгла на всей планете искрой костры войны, навязывая ценности по-натовски дубиной, как будто все буквально по жизни ей должны. А я солдат, вот установка град, за родину мою сойдусь в любом бою. Мы чертов Пентагон зажмем со всех сторон, киркой дадим в торец и разнесем в конец. Что позволяешь ты себе, искусственная нация, деньгами поощряя со свастикою мразь? А у России, у моей, достойная реакция, и не ударим мы лицом, как говорится, в грязь. Что русский долго запрягает, копни разок до сути, поедем быстро, уж поверь, американец нам. Россия сильная страна, а президент наш Путин не даст ее в обиду ликующим врагам. А я солдат, вот установка град, за родину мою сойдусь в любом бою. Мы чертов Пентагон зажмем со всех сторон, киркой дадим торец и разнесем в конец. А я солдат, вот установка град, за родину мою сойдусь в любом бою. Мы чертов Пентагон зажмем со всех сторон, киркой дадим торец и разнесем в конец. Киркой дадим торец и разнесем в конец.